Самарская область в антирейтинге по количеству заболевших ОРВИ. С приходом осени участились случаи заболеваемости сезонными инфекциями и гриппом. По данным регионального Минздрава, только за прошлую неделю за медицинской помощью обратились на 2,6% больше, чем за предыдущую. В этом сезоне ОРВИ чаще болеет взрослое население и в легкой форме. Госпитализировано менее 2% населения. С 16 сентября в медицинских учреждениях введен масочный режим. Повышенное внимание уделяют дезинфекции помещений и общественных транспорта. Врачи напоминают, прививка – это наиболее надежный способ защиты от опасного вируса.